Всем привет! В данном видеоуроке я вам хотел бы показать, как можно переместить все, ну, например, какие-то программы, игру какую-то с диска C на диск D. Это очень просто. Заходим в компьютер, заходим на диск C, ну, например, ищем то, что нам нужно переместить на диск D. Например, я себе выберу, перемещу пусть будет это опера. Нажимаем правой клавишей по мыши. Здесь это такая так, здесь написано вырезать. Нажимаем. Теперь идем на диск D. Здесь нажимаем снова правой клавишей. И здесь нажимаем вставить. Продолжить. Все. И у нас началось перемещение данной оперы. Игру какую-то или либо и что тоже так само можно переместить. Я вам очень благодарен за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока!